Так, а это что? В этом наросте что-то светится? Прочная штука. Похоже, ты это убил. Наверху. Ого, а это что? Это не наше дело. Соберись. Они убивают светлых эльфов. Это война. Ее финал. Эти проиграли. Почему они нападают? Мы ничего не делали. Будут еще. Фу, откуда взялась эта гадость? Кто-то сказал? Нет. А, ладно. Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Ну, мы хотя бы ближе к свету. Стой, это Синдри? Смотри, там на берегу лодка. Как ты опередил нас? Нам сказали, что наш путь единственный между этими мирами. Может, для вас единственный, а мы, гномы, умеем удивлять. Это не ответ.
Верь в волшебство. Ведь когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Где искать редкие материалы, как создавать из них вещи, поражающие воображение. Новичку это покажется магией. Ну да, это магия. Теперь доволен? О, нужно отвлечься. Великолепно. Отличная вещь. Я плохого не посоветую. Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Но это я так, не берите в голову. Да? Да. Спасибо, на здоровье. Плохого не посоветую. Носи на здоровье. Носите аккуратнее. Отличная вещь. Уж я-то плохого не посоветую.
великолепно! Так, не берите в голову, да? Да. Лучше не давай это моему брату в руки. А если все же сдашь, скажи ему подольше отпускать сталь. Он корежит лезвие. Теперь твоим врагам не позавидуешь. Пусть держит грабли подальше от моего топора. Ясно? Возвращайтесь!
Атрей, ко мне! Что сказал? Я молчал. Правда? Ну ладно. Мать говорила об этом мире. Немного. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. Я ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... Что с тобой? Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они... злые. Смотри, может, поздороваемся? Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Но нас вдруг... их дела не касаются. Погляди, наверное, это и есть храм.
Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Хватит. Ого, тут тоже есть чаши с песком. Прочесть? Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь, но со мной внутри жизни свет обретешь. Но тут нигде нет рун. А, надо искать. Назад в лодку. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. На войне для солдата красота – это кровь его врага. Остальную часть души он теряет, на время или навсегда. Ты много знаешь про войну, правда? Войны ведут по двум причинам – ради выживания или выгоды. Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. Это что? Волшебный замок.
получилось! Возможно, это что-то ценное. Синдри сказал, мама была воином. Она тоже воевала? Вроде того. Враги уничтожили ее семью, и выжила только она. Да, она шла по пути воина, но ее целью было выживание в суровом мире, пусть и в одиночку. И поэтому она попросила Синдри и Брока сделать топор? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит... Она помогла бы эльфам? Нет.
За мной, Атрей! Сейчас вернусь! Отец, это интересно. Thank you.
Отец, а кто-нибудь еще слышал голоса? Я знал отчаявшихся людей, которые, когда на нашем корабле закончились припасы, стали пить морскую воду. Они клялись, что сирены, злые существа, которые пели им, на самом деле их жены и дочери, и что они зовут их домой. Они рискнули нашей жизнью, направив корабль на рифы. И как вы им помогли? Мы бросили их за борт. Ой, ну, хорошо, что я не пил морскую воду, да? Это так. Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. Осторожней. Что они делают? Мост исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Умоляю, лично! Впереди враг! Можно починить там. Вроде что-то получилось, кажется. Впереди враг! Они нападают на нас. Потому что мы чужаки. Жить вот так, похоже на руну. Бессмыслица. Идем назад к чаше песка. Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода. Мальчик! Это снова голоса. Но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать.
Хочешь что-то сказать? Нет. Что это? Ого! Что мы нашли? Отец? Да? Те голоса. Я... Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Этот другой. Какие рога! Назад, быстро. Это не к добру. Не подходи к клеткам. Но почему их заперли? Готовься. Что? Надеюсь, не зря. Это что-то необычное. За мной, Атрей. Прости, я отвлекся.
коридор приведет нас к храму? Посмотрим. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно. Thank you.
Брысь, мальчик! Сражайся! Жаль, что ведьмина тетива уже не поможет.